Два вопроса. Какие вы задали бы Виталию прямо сейчас? Ну, давайте здесь тогда, чтобы было интересно, мы это сделаем на видео мне на канал. Конечно, на видео. Конечно. Давайте. А как же, да. Итак, внимание, съемка на канал для видео Иван Делс. Виталий, я хотел бы у вас спросить, поскольку вот мы сегодня все тут, и вы тут, я хотел спросить, как вам удалось поднять такую популярность, активность? Непростой вопрос был задан. Да. Непростой вопрос, а популярность — это очень относительное понятие. Популярность, если мы возьмем филологический корень этого слова, произошло, судя по всему, от слова «popular» — «народный». А для того, чтобы быть народным любимцем, нужно быть преданным своему делу и приносить пользу обществу. В моем случае я приносил радость. Я снимался в сериале, комедийном, и приносил радость в команде. Большое количество людей трудилось над этим проектом. Авторов, сценаристов, продюсеров, актеров, режиссеров, звукорежиссеров, операторов. И еще я могу перечислить цехов 12-15, включая водителей, поваров. То есть это большой завод. И в этом проекте мне посчастливилось трудиться. Но до этого я окончил еще несколько институтов, чтобы попасть и соответствовать всем абсолютно требованиям этой большой и дружной команды. После этого проект стал популярным, народным, и ко мне пришла народная любовь. Соответственно, ты уже знаешь, что делать. Еще один вопрос, Иван. Да, да. Еще сейчас задам. Только я хочу как-то сделать так, чтобы был переход. Типа, вы будете говорить так же, как я вот так стоял. Ну, просто будете в пустоту как бы говорить. Я буду вас снимать издалека, а потом сделаю склейку, что будет опять тут вот так. Давай. Почему вы захотели именно быть популярным? Иван, ответить тебе по-настоящему честно на вопрос, хотел ли я быть популярным, у меня получится. Ибо популярность, как я уже говорил, это результат твоей деятельности. Для мужчины это очень важно. Признание собственного труда. Поэтому в случае с тем ремеслом, которое я избрал, это артист, актер, так, стоп. Творчество. Стоп, стоп. Стоп, сейчас теперь сюда режиссер. Стану. Ты становишься, да? Да. И говорите так же. Смотри, какой ты просто Иван. Понимаете, скоро имя Делс станет нарицательное, как Спилберг. Это Иван Делс. Так, ну что ж, поехали. Давайте, раз, два, три. Вот для мужчины очень важно признание результатов его деятельности. Это определяет его определенный статус в социуме. Поэтому, безусловно, ответ не то, что хочу быть популярным, а это вопрос признания. Признание твоих правильных шагов, в том числе и воспитания родителей, благодаря которым я получал первые навыки и жизненный опыт. И у меня встречный вопрос для тебя, Иван. А что в твоем понимании популярность? Давай я теперь сниму этот ответ. Нет, давайте тогда мама будет снимать, как я говорю вам. Давай. Так, популярность для меня, что она мне значит? Популярность — это как... Для меня это не что-то такое серьезное, потому что я не бегу за славой. Я радуюсь то, что я делаю, мне в кайф от того, то, что я снимаю. А популярность, не знаю даже. Концепция поменялась. Да. Не, ну ты на самом деле все правильно сказал. Вот, еще хочу сказать, я когда у меня началась большая активность, я очень был рад этому. Ребят, спасибо за то, что вы продвигаете мой канал, также меня, вы меня вдохновляете. Подписывайтесь на канал Иван Делс. Вот, спасибо за подписчиков. Я очень рад, потому что я стоял на одном месте, как бы так сказать, и я понял то, что вы хотите смотреть мой канал.